Эта новость нигде сильно не афишируется, ее даже случайно заметили одни блогеры, что Павел Дуров получил гражданство Франции. Но это основатель ВКонтакте и Телеграм, популярные сервисы. ВКонтакте он был вынужден продать, так как он объяснял, что на него оказывалось давление. Телеграм развивается, и вот такая запись появилась в официальном реестре натурализации и реинтеграции во Франции еще 23 августа 2021 года. Вот его строчка. Дуров родился в 84 году, Ленинград, Россия, и тут другие там данные. И помимо этого гражданства у него еще есть паспорт Восточно-Карибского государства Сент-Китс и Невис, который он получил в 2013 за пожертвование 250 тысяч долларов. Ну, это как покупается гражданство во многих странах, вносишь инвестицию или какой-то взнос. Он не был в этой стране, просто с таким паспортом можно без виз передвигаться между странами Европы, что, видать, ему удобно. Уехал он из РФ в 2014 году, что раскрыть информацию пользователей ВКонтакте. Ну вот так вот оно. Как говорится, рыба хочет где глубже, а человек где лучше. У Телеграма штаб-квартира в Дубае, и там он сейчас что, развивается с 2013 года. И к 2021 году 17,2 миллиарда долларов. Ну это как говорилось, что они тут не в наличке лежат, не на банковском счету. Это все игры с этими акциями, эти десятки, сотни миллиардов, капитализация, эти пузыри. Ну что, человек талантливый, как говорится, чё б ему не заработать и не поехать. Ну, как на чужбине жить, тут тоже все по-разному, можно сказать. Хорошо, можно привыкнуть или нельзя привыкнуть к этому. Ну, тут тоже у нас как климат, как говорится, не очень. В этом году в Херсоне без отопления был только июль и август. Что в июне включали в частном доме отопление, что в сентябре. Что ж это за климат такой, что 2 месяца без отопления. А тут 10 месяцев в году включать отопление. Ну а у нас вот можно иллюстрировать этим рисунком. Государство вместо помощи справки на субсидии, получить там, собес, монетизация. Ты погляди, как они бегают, говорит один чиновник другому. Другой отвечает, значит, повысим пенсионный возраст. У нас вместо помощи от государства у граждан идет борьба с ним. Обычно граждане создают государство, чтобы решать свои проблемы, а у нас наоборот все получается. Ну, может, мы проведем реформы и изменится все в будущем.